Такой простой вопрос. Для чего используется уровень, то есть горизонталь или там вертикаль, как угодно, при ремонте часов? Вроде бы все просто, но на самом деле это очень важная история, особенно для часов с маятниками. Настольных, настенных, напольных, не принципиально. Потому что мы настраиваем нормальную работу хода, так называемый тик-так, вот все часы. И чтобы они равномерно тикали, надо выстраивать их на каком-то определенном уровне. Вот мы делаем просто горизонталь, ну, для упрощения. Ее можно сделать под каким-то углом, и они будут идти нормально. Но мы делаем, поскольку это как бы делается для клиента, мы их делаем ровно вертикально. И если клиент их поставит по-другому, то они начнут или отставать, или вообще останавливаться, или начнут выкидывать какие-либо другие фокусы. То есть горизонталь или вертикаль, как угодно, она вещь обязательная. Если вот мы, скажем, всегда предупреждаем человека, который у нас берет часы, что эти часы нужно поставить, желательно поставить вот так. Потому что иначе мы получим проблему, вы получите проблему после этого.